Социальный проект длиною в 10 лет. Центр ТАУ празднует юбилей. Приют для людей в трудной жизненной ситуации удалось построить францисканской общине при поддержке администрации Уссурийска и меценатов. Братья францисканцы по всему миру занимаются, но кроме, понятно, пастырской работы, той работой как раз с бедными. И основатели тоже здесь, в Уссурийске, хотели быть рядом с бедными. ТАУ – это не просто крыша над головой и пища для бездомных. В этих стенах постояльцы учатся творить своими руками, начинают трудиться, общаться, забывают о вредных привычках, устраиваются на работу. За 10 лет удалось вернуть к нормальной жизни больше 1000 людей. Очень многие люди, которые попали в трудную жизненную ситуацию, получили от вас помощь. Нашли себя и обрели семью. Поздравить коллектив центра с круглой датой пришли друзья – оркестр народных инструментов «Калинка» из Уссурийского реабилитационного центра. Сменили ансамбль на сцене более юные музыканты – воспитанники детской школы искусств. И на десерт – главный подарок этого вечера. Владивостокский ансамбль камерной музыки исполнил для зрителей несколько завораживающих композиций и сорвал бурные аплодисменты. Анна Клыга, Игорь Антонов, Телемикс.